Как разблокировать меню разработчика на Realme 7i? Открываем настройки, спускаемся вниз и выбираем пункт «Дополнительные настройки». Видим, здесь ничего нет, никакого режима разработчика. Теперь открываем пункт «О телефоне», нажимаем на кнопочку, тут есть несколько вариантов всего. Либо оно будет в версии, то есть нам нужен номер сборки, в моем случае это версии, либо в версии интерфейса, оно может быть еще там, но в моем случае это версия. Поэтому нажимаем на версию сборки 7 раз. Вы находитесь в режиме разработчика. Возвращаемся назад, видим, что здесь все-таки ничего не поменялось, но когда заходим в дополнительные настройки, здесь появился режим для разработчиков. Что ж, мы разблокировали секретную функцию. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!